А в области Улутау государственную программу по переселению жителей южных регионов малонаселенные села смогли выполнить лишь на 60%. В этом году должны были принять 26 семей из 120 человек. Однако обеспечить жильем смогли не всех. Тем же, кто переехал, выдали 18 миллионов тенге на приобретение домов и обеспечили работы. Поэтому местные власти поставили задачу перед районными акиматами решить этот вопрос. На следующий год квоты выделены 32 семьям. Причина невыполнения планов в недостаточном количестве жилья. В сельских округах нет возможности предоставить его в полном объеме. Акимам районов дано поручение либо выкупить готовые, либо за счет бюджетных средств построить необходимое количество домов. В целом население области Улутау становится все более урбанизированным, по последним данным. Там в городах проживает уже 80% людей, все больше сел становятся малочисленными, поэтому в нескольких из них остро стоит вопрос со школами. Они находятся на грани закрытия из-за нехватки учеников. В начальной школе на станции Байгул Жанаркинского района обучаются 5 детей, поэтому планируется закрыть эту школу и перевести учеников в интернат поселка Жанарка.